В ходе посещения поселка Озерная губернатором Камчатского края было принято решение увеличить количество самолетовылетов в данный поселок, так как сейчас у нас в основном доставку пассажиров и грузов осуществляет компания UTC Aero. Причина в отсутствии регулярного сообщения камчатским предприятиям, воздушным судном самолет, возникает в ходе того, что есть вопросы, связанные с модернизацией, организацией воздушного движения. Сейчас ГУП, ФГУП, госкорпорация ОРВД занимается вопросом модернизации данного оборудования. До 2021 года будет установлен дальномерный радиомаяк и приводная радиостанция. Это позволит увеличить возможность регулярности рейсов.